Друзья, ну что ж, всем привет, с вами снова по-прежнему Лестер, это Оскар Парк и Мультиплеер, и сегодня, пацаны, я вам покажу такие скрины, и еще, пацаны, я вам скажу одну информацию про обнову. Так что, ребят, с вас сразу просто сходу, просто моментально лайк ставим, ребята, подписываемся. А я желаю вам всем приятного просмотра, приятного аппетита, пацаны, если вы кушаете, я желаю вам еще раз всем приятного просмотра. Полетели, ребят, к ролику. Друзья, перед началом ролика хотел бы вам порекомендовать данный телеграм-канал. Тут вы сможете найти различные игры, в том числе и карпаркинг. И особенность данного телеграм-канала в том, что тут игры и приложения взломанные. Так что, ребят, переходим по ссылке в описании, подписываемся и скачиваем любую игру или приложение в взломанном виде. Друзья, короче, сегодня я для вас подготовил просто такие скрины, от которых вы просто, ну, наверное, упадете и вам станет плохо. Так что, пацаны, приготовьте там таблетки, там, лекарства, скорую, чтобы, пацаны, еще вызовите к дверям, чтобы, типа, пацаны, вас сразу, типа, отвезли, потому что такие скрины, пацаны, они просто бешеные, я вам просто уверяю. Так что, думаю, что за это можно сразу влепить огромный, сочный, прекрасный лайк. Так что, ребята, лайк, подписка. А также, пацаны, вышла маленькая обнова в карпаркинге. То есть там нету машин и так далее, но там есть маленькие фишки, как говорится, да. То есть первое, это у нас оптимизация. Вторая, пацаны, как бы у меня пока что обнова не вышла. Проверьте, как бы, пацаны, обнову в планмаркете или же просто в игре. Потому что, пацаны, возможно, у вас стоит автообновление, и вы даже этого не заметили. Но, пацаны, фишка в том, что когда мы заходим, например, в трансмиссию, то, пацаны, у нас тут появились две стрелки. То есть они более плавно, пацаны, то есть передвигают. То есть, пацаны, если мы не можем прям цифру в цифру как бы вписать, то там уже, пацаны, мы можем переключать по одному. И это просто шикарно. То есть, давайте сейчас попытаюсь поставить на 5. Вы понимаете, да? Это как-то сложно. Так что, ну, обнова прикольная, а еще так как бы добавили оптимизацию. Но пока что, к сожалению, эта обнова у меня не вышло. Блин, жарко. Кстати, мы дорабатываем мою версию, так что скоро будет моя версия карпаркинга. Там уже просто, там новые машины, то есть там новые скины на машины и так далее. Там просто, короче, пипец. Короче, вы сами все увидите, если наберете 2000 лайков. Просто, ну, пока что у меня оптимизации нету. Да. То есть у меня она пока что лагает. Хотя пока не особо такой и слабый. То есть он мощный. Вот. Ладно, пацаны. Все. Не буду кого больше тянуть. Все, пацаны, полетели. Просто полетели скриншотом. Ролик будет максимально, пацаны, интересным. То есть их не особо много, но они просто, пацаны, поверьте, они просто шикарные. Полетели? Полетели. Так, ну что ж. Первый скрин. Студию. В студию просто сразу. Просто, пацаны, сходу. Такой мощный скрин от Stick SK, Instagram. Просто. Вы понимаете, да, что это за машина? Это BMW, как всегда, в принципе. BMW M4. Самая новая. Понимаете, это реально самая новая M4. От которой я просто балдею. Я эту машину, пацаны, люблю как свою жену, которую у меня нету пока что. Но я ее люблю, пацаны, понимаете? Любовь, это как бы тяга к ней. Прям сейчас, просто прям сейчас. Лайк и коммент. Если, конечно же, вы эту машину как бы ждете. Потому что я бы на вашем месте просто поставил бы лайк с 5 аккаунтов. Я вам клянусь, пацаны. Просто, ну, диск из карпаркинга, она валит боком на... Это как бы новый город. Что? Реклама в карпаркинге? Откуда? У меня же ее не было. Я не помню, когда у меня в последний раз была реклама в карпаркинге. Это что, обнова такая? Ну, неплохая обнова тогда, пацаны. Качественная. Ладно, пацаны, персонаж в машине. Логотипа марки BMW нету. Это уже хорошо, то есть это уже... Это, пацаны, уже какой-то дрифткор, потому что у нее просто выворот бешеный. Она валит боком на втором городе. Ну, графика просто то же самое, просто гляньте, вот, пацаны, вот на это, вот это просто то же самое. У меня опять лагает карпаркинг, 3 FPS, что за бред? Что это? Что? Вот сейчас что мне сломать? Почему мне 3 FPS, ладно, 18, 14, 5 FPS в карпаркинге? Что мне сломать, монитор, клаву или комп, пацаны? Так, пацаны, ну, короче, скрин просто максимально шикарный. Как вы думаете, это фотошоп или нет? Потому что, ну, то это просто слишком качественно для фотошопа. Ну, реально. То есть отражение те же самые. Просто гляньте, пацаны, вот стойте. Где отражение, блин? Подождите. Блум, да, а где отражение? Ну, короче, отражение, пацаны, те же самые на машине. Это шедевр, шедевр. Так что, поехали, пацаны, мы дальше. Это еще не все. Впереди еще лучше, пацаны, поехали. А, не, лучше бы мы еще не будет, пацаны. Ну,
Нифига он сидит агрессивно, сейчас понял? За рулем бэхи, там, туда-сюда, там, агрессивно, там, курточка, там, ствол, там, в бардачке. Ладно, пацаны, блин, что с ней? У нее морда кривая. Она что, обиделась? Что это? Типа, это BMW 7. Какие большие ноздри, боже мой. Вот, ну не знаю. Это вроде бы подходит и вроде бы нет. То есть, и да, и нет. Ну, короче, да. Тоже, пацаны, Artistic SK. Персонаж, пацаны, имеется. Диски, пацаны, ну, естественно, куда без карпаркинговских дисков. Дальше, блин, у нее жопа не похожа на семерку, подождите. Типа, у семерки же другая жопа. Ну, типа, пацаны, у нее морда слишком смотрит вниз, и фары, пацаны, не особо реалистичные. Ее что, перевернули 5 раз в Махачкале или что? Типа, what the fuck? У нее еще крыша кривая. Боже, ладно. Ну, короче, пацаны, BMW 7 самая новая 2021 года. И она тоже, пацаны, очень сильно подходит нашей игре. Блин, пацаны, в карпаркинге есть, то есть нету очень много машин, которые просто должны быть, а которые просто обязаны даже быть в игре, но их нету. Так что, пацаны, держим кулачки и надеемся, что добавят новую М4 в новой обнове. Потому что если как бы ее добавят, то я просто, ну не знаю. Я прыгну, я сделаю сальто, пацаны, прям тут клянусь. Наверное, но я как бы не умею пока что. Так, это что? Какая красивая BMW. Я уверен, что, пацаны, тут под мотором сил 600, как бы 5.0, нет, 5.5 компрессор, туда-сюда, пацаны, понимаете, AMG, BMW, M5 AMG, еще и с компрессором. Блин, диски вообще отпад. Слишком, пацаны, дорогие диски как бы стоят. Фары, пацаны, адаптивы. То есть, пацаны, LED-фары туда-сюда. Полностью в хлам тонирован. То есть, опер за рулем сразу видно. Ну, двухместная, но как бы она... Не прям двухместная, конечно. Она как мой... Как мой... Что? Как мой телефон. Почти. У нее, пацаны, колесо как моя рука. Ладонь. Ладно, пацаны, хотите ли вы эту машину видеть в карпаркинге? В комментариях, пацаны, об этом, пожалуйста, напишите. А мы идем дальше, потому что у нас, пацаны, остался еще один скриншот, который просто бешеный. Вы готовы? Вот она. Как бы, как вы знаете, я не любитель Мерседеса, но E63 AMG CLS Empower. Просто. То есть, пацаны, вот новые Мерседесы мне просто, ну, нравятся. Ну, не знаю почему, но типа, пацаны, по внешке. Они слишком красивые и агрессивные в то же время. Ну, блин. У М5 жопа лучше. У М5 КС. Вот. Тоже, пацаны, Artistic SK. Просто. Ну. Хотите там сидеть, персонаж, или нет? Да, вон он. Голова видна его. Культурная, умная. Блин, диски тоже от карпаркинга. То есть, пацаны, гляньте. Все просто проработано до мелочей. It's so good, bro. Ребят, ну что ж, ролик, думаю, что получился интересным, потому что машины были очень качественные, и, то есть, скажу, пацаны, были очень качественные и очень прикольные. И самое главное, то, что машины, которые просто хотят все, в том числе и я. Так что, ребят, на этом у меня все. Если вам данный ролик понравился, то, пожалуйста, поддержите меня лайком, подпиской. Всем удачи, пацаны, всем пока-пока.